Всем здорово, сегодня будет чистка фильтра на стиральной машине Electrolux EWS-5210A. Сегодня буду чистить фильтр, поскольку буду проводить профилактику, поскольку в скором времени вдруг машинка может перестать сливать воду. Сейчас я положу что-нибудь под пол и буду чистить. Положу такой ковшик. Так, проверяем, машинка включена. Проверки, значит, можно выкручивать. Так, в какую сторону крутится? Сейчас пойму. Так, он крутится в эту сторону. Ага, все, попёрло. Вот все, попёрло, вода, ребята. Сейчас, все. Вот так, видите? Вот фильтр наш. И давайте посмотрим, что там. Вот у нас внутри что-то грязно. Сейчас надо чем-то очистить его от этой грязи. Сейчас очищаю и закручиваю на место. Сейчас одно промою вот эту штучку, промою, прочищу внутри, закручиваю и все готово. Так, все, ребята, все готово, теперь можно закручивать. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Чистки фильтра на стиральной машине Electrolux EWS-5210A. Теперь машинка, можно сказать, починена. Я ее прочистил и теперь... Эту чистку я теперь буду проводить каждый месяц, чтобы машинка вскоре не перестала сливать воду. Всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи.